Так, хорошо. Как изменилось отношение к домашнему заданию? Оно вообще немножко изменилось? Да. Как? Давайте по очереди. Алена. Я вот сделала плакатик, я его покрасила, там написала Алена, и вот я как бы поняла свои позитивные стороны, что ли, Угу. вот как-то так. Так, а ты? Мне помогло это домашнее задание понять, какой я хороший человек. О, Да. Катя, как мило! А что имеешь в виду конкретно? Ну, те вообще, прилагательные, которые там были да, записаны, да. они Ага. были не столько позитивные, не столько хорошие, добрые. Мне стало Да. так приятно с тобой Вот. себя. Вот, видишь, это очень важно. Это очень важно. Так, я не знаю, я взяла эту штучку или нет. Сегодня нет, наверное, нет. Сегодня мне угостили шоколадкой, вернее, тремя шоколадками. И там было написано, я украшаю этот мир. Потом там было написано, я очень красивая. Знаете, это такие мелочи, но они действительно влияют. То есть вы обе сделали это домашнее задание. Так вы вообще все практически сделали. Почему все Ну, практически? наверное, все, не практически. Возможно.